Ежегодно у нас проводятся соревнования по волейболу, и в этом соревновании могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и вне зависимости от того, насколько они играют и умеют ли они играть. Сьогодні тут зібралися хороші команди, дуже приємно зустрітися, пограти, спробувати свої сили. Програли, звісно, ну нічого, наступного разу буде краще.